Анастасии Шубской исполнилось 26 лет. В числе первых снежными словами к имениннице обратился ее 34-летний муж, хоккеист Александр Овечкин. Влюбленные в браке уже 3 года, они воспитывают годовалого сына Сергея, которого назвали в честь погибшего брата-спортсмена. Нападающий Вашингтон Кэпиталс растрогал поклонников поздравлением. Он опубликовал нежное совместное фото с Анастасией. «С днем рождения, моя любимая! Спасибо, что радуешь нас с сыном каждый день. Мы тебя очень любим, желаем тебе здоровья. Наша девочка, будь счастлива!» — написал Александр в Инстаграм. Модель принимает поздравления и от звездных друзей. «Настя, нежная моя девочка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Всего тебе самого прекрасного, что только может быть», — обратилась к ней Ольга Бузова. Именинница поддержала мужа на матче чемпионата НХЛ. Вашингтон Кэпиталс победил Бостон со счетом 3-2. Анастасия после игры показала нежный поцелуй с мужем в Instagram Stories. Недавно Анастасия Шубская восхитила Ольгу Бузову забавными кадрами с мужем и сыном. Супруга хоккеиста превратилась в сексуальную судью для празднования Хэллоуина. Ранее она впервые привела годовалого сына на хоккейный матч мужа.